для них Южной Кореи. А в Сочи это был настоящий звездный час. Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, «На льду». Композиция «Мы вдвоем». Вот, наверное, каким-то лейтмотивом проходит эта фраза сегодня через все выступления наших спортсменов. «Мы вдвоем». Каждый друг за друга. Всегда есть вот это плечо, вот эта рука, на которую всегда можно опереться и в счастливую, и в трудную минуту. Ученики Александра Жулина, еще одни звездные ученики. Выступали великолепно в Пхёнчхане, Екатерина с Дмитрием. К сожалению, не удалось получить им медали. Хотя, конечно, я считаю, что на бронзу вполне могли ребята рассчитывать. Чемпионы России, призеры европейского первенства, призеры мировых первенств. Великолепный наш дуэт. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Ну и серебряные призеры Олимпийских игр в Пхёнчхане в командном зачете. И олимпийские чемпионы в команде в Сочи. Вот так мечталось нам, что, может быть, в личном первенстве, если удастся ребятам бронзовыми призерами в Корее стать, то будет у них полный набор наград. Золото, серебро и бронза. Но вот не удалось. Только есть теперь золото и серебро. В личных соревнованиях, в парном катании, выше всех оказались Татьяна Волосазар. Мы, конечно, вспоминая чемпионов Олимпийских игр в Сочи, какая была поддержка, как много в этих медалях
снять.